Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш адаптер к АПН с одуванчиком и про одуванчик для РСАТ. Сейчас я проверю в моей камере. Итак, КПН. Очень аккуратно вставляйте объектив с КПН в камеру. Ориентируйте красную точку на адаптере с белой точкой на камере. Полного защелкивания фиксирования. Я запрограммировал одуванчик. Фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на объективах типа Юпитер 37А я вам отправил на почту. Итак, КПН. И одуванчик для РСАТ. Я также вам в комплекте дам небольшой кусочек двухстороннего скотча, чтобы вы могли на РСАТе наклеить сначала на скотч, как это делаю я на моем тестовом объективе. Итак, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма от 2 до 32. Я вам рассказывал уже про таблицу поправок, вы ее увидите в своем письме. Если вам не понравится работать с таблицей поправок, вы просто перепрограммируете от 2 до 16 и будете вносить свои поправки. Одуванчик запрограммирован в нужном месте. Он подпилен для ровного положения на байонете. И он будет здесь внутри КПН, внутри крышки. Супер клей, гель и зубочистка внутри упаковочки с клеем для аккуратного нанесения клея перед наклейкой одуванчика. Сейчас я это все упакую и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.